Так, это теперь Долгановка у нас идет. Здесь же тоже какие-то раскопки делают. Я не знаю, да. Какой-то откопали минарет. Вот. Это еще там, да? Один нет. Как удачно мы съездили сейчас. Грэс солнечный, это вообще. Это у меня в планах было, знаешь, еще неизвестно как. Неизвестно когда еще. Даже надо специально организовать. А тут что-то у нас, этот, машина нас повезла. Это что за дерево такое? Красивое, да? Да нет, венский орех у нас в заборе растет, он не такой. Чё? А что? Вот я не знаю, наверное, каштан. Такой он, несъедоб. А несъедоб. А может быть, может не каштан какой-то. Это все Долгановка едет. Мы в ту сторону ехали, теперь обратно. Так что Долгановцам повезло. Вы можете туда-сюда посмотреть. В каком-то году здесь паника была. Думали, что Кировское водохранилище взорвут и здесь всех затопит. И все жители рванули в сторону Куюка. Такое было столпотворение машин, все. А здесь дома же побросали, было мародерство. Такая паника была. События, когда были в Украине, в этом, подобие, как сейчас на Украине, в Киргизии были. Здесь паника умышленная, допустим, вот здесь брошенные здания. Ну да, это, видать, промышленный какой-то район, день государственной службы. Глобализация, всемирная экономика, вот какие-то арки. А это, видать, этот было со станции или что? И там, наверное, это, отмечались водители. Вот здесь дорога началась хорошая, даже машины не качают. Уже ближе мы подъезжаем, как мы вчера смотрели картинку. Чем ближе к району, тем дороже дорога почти. А там грязь показывают. В общем, туда и обратно мы в этом видеоролике с вами посмотрим. Догресс, Солнечный проехали. Вот теперь обратно Долганов. Одно дело посмотреть в одну сторону, а другое дело еще и в другую. Картина разная, да? Вроде бы она одинаковая картина, а картина все равно разная. Потому что когда мы туда едем, мы одну сторону медали видим, а обратно мы другую сторону медали. Так и здесь. Одно деление уже батареи потрачено. 4 деления. 1/4 часть батареи мы уже стратили. Часовой. Флешку же можно вытаскивать, да? Да.
Ну вот когда сейчас приедем, флешку выйдешь, я сброшу информацию. Ага. Вот это граница, мы подъезжаем к границе, где начинается Тарас. Дунгановский Тарас. Цены посмотрели бы, бензина. 115 тенге. Здесь теперь не прозевай налево, где заворачивай. Енбек, да, был? Да, да. Вот конец Жалпактобе. Мы теперь в Тарас ехали. С правой стороны сейчас будет санаторий. Профилакторий должен. А с левой стороны школа. А что за школа, не могу сказать. Кто учился, тот скажет. Или по карте посмотреть. Это тоже какая-то улица. Подъезжаем уже к Энерпасу, ближе к Энбеку. Тут вот кинотеатр Энбек с левой стороны был, раньше стоял. Сейчас Енген торговый комплекс называется. Сейчас поворачиваем. Поворачивать налево, да? Это, наверное, сейчас мы на Демьяна Бедного выйдем. Да, да. Зои Космодемьянск. Зои Космодемьянск, памятник, да, там? Да. Если он еще сохранился. Сохранился? Сохранился. Ты же помнишь, тогда ехали? Ну, это Зои Космодемьянск. А, да. Мы видели этот памятник. Тут где-то Богдана Хмельницкого улица. Да. А? Ты не знаешь? Я вообще здесь этот район. Где-то недалеко тут Богдана Хмельницкого. Ты его тоже бы заснял. Там лагерь где-то был пионерский. Да. То ли Росинка, то ли... Вот это, наверное, Богдана Хмельницкого. Или вон там. Не-не, прям продолжается. Вот это, как он называется. Лагерь Несинка был. Или ручеёк. Ручеёк. Здесь такие хоромы, здесь тупик, что ли? Выпрямил. Здесь прям какой-то дворец, прям. Какого-то хаджихана. Который, наверное, в детстве был пионером или октябрём. Сейчас тоже будет память. Да, вот это вот здесь больница с левой стороны. Улица Демьяна Бедного. А памятник с правой стороны, да. Вон там. Вон. Эти статуя. Всех закатов. А тут односторонний движение. Правильно мы? Это вот улица Демьяна Бедного. Мы едем прямо, да? Вот это поликлиника 6. Или не поликлиника. Ну, это вообще-то Демьяна Бедного здесь, в больнице.
больница. Да. Шлю в Харьков, город Россия, машина. Движение не пойму, нет? Нет. Вы не напротив? Я в сторону. Тут знак что? Сквозное движение запрещено. Нельзя туда, да, ехать? Машина. И кирпич. Скоро-то едет, скоро-то можно. Вот это Демьяна Бедного. Мы сейчас продолжаем ехать. Сейчас мы вольемся в Бабае и поедем на Дальний Кайрасу туда, ближе к пригородному, направо свернем. У нас такой сегодня путь. Девочка белая. Русских людей. Это школа. Поэтому, если я сейчас вижу русских людей, то для меня это не является чудом. Да. Я на бедного. Такой район зеленый, тут, видать, не успели все попилить. Как в городе. Поэтому чем-то похоже на вот, старый город. Зеленый очень район. Многоэтажек нет. Как бы не тронутые вот. Когда тут уже по карте это потом определить. Которая уходит на Деповскую. Ага. Это и есть Деповская. Ну, сейчас мы как бы с Абаем соединяемся, да? Да? Почти. Да, вот сейчас. Это вот. Здесь надо пропускать, да, направо. Включить этот поворот. Вот это вот Абаем соединяется с Демьяном Бедным. Движение. Почти без остановок. Вот мы едем по Абае теперь. К шестому совхозу. К шестому совхозу и направо потом. На Дальнюю Кайрасу. На переезде направо. Что надо? До переезда сейчас, потом. А, да, да, направо. Там заправка еще была. Сейчас не знаю, есть ли. Тут разные магазинчики, они тогда были, и сейчас. Тут вот эта речка, куточек, нарычок, тютюнка, наверное. Тютюшка. 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 Это вот конец Абая. Уже номера Абая уже тут 400. Уже переходит за 400. Пошла на шестой совхоз и на пригород. Да, вот заправка тут. Вот эта дорога идет на там вот санаторий Турар-Рыскулова. Она в дальше направо, да? Нам еще проехать даже из дороги. Это уже за городом. Я камерой мотаю, вы, зрители, меня извините, я успеваю также этой же камерой еще и сфотографировать, поэтому некоторые неудобства в просмотре будут. Камерой туда-сюда мотаю, как не борюсь с этим все равно. Наберитесь терпения, пожалуйста, вы меня не обессудьте. Здесь раньше, помню, поля были, а здесь дома уже построили. Здесь эти были.
кукурузу выращивали. Кукурузу, капусту выращивали. А сейчас посмотрите, какие тут дома. Собачка. Здесь бензин. Ну, сейчас направо, да? Вот она, вторая за линией. Это улица Грессовская. Вот это? Да. Ну вот улица Грессовская. Это за линией, да, вот этот район справа? Да. Там улица, по-моему, Патриса Лумо или как там? Не, это... Провинция. Патриса Лумба, это там. Там дальше. Я уже забыл, здесь разные. Матросова улица, Песочная тут есть. Вот это вот, вот улица, вот сейчас прилетит. Вот, вот мы сейчас, а с левой стороны это Дальняя Карасуха. Нет, это еще не Дальняя. Вот это. Дальняя Карасуха. А это что? Это новый массив, я даже не знаю. Новый массив? Прямые его только начали строить, здесь было десяток домов. Но он не относится к Дальней Карасу, да? Думаю, нет. Здесь кладбище есть. Вот такая долгая дорога у нас с вами сегодня. Сейчас еще Альберт Мингачев. Мы заедем. Сейчас заедем, да, к друзьям, еще кое-кому. Ой, кому? Кому-то, может быть, еще, кто просил, заедем, если получится. Вообще, искать очень трудно адреса, да, сейчас когда говорят. Как мы вчера на зеленом ковре. Вроде дорога так называется, а на самом деле по-другому. Вот он, переезд. Вот автобус. Он переезд, да. Раньше здесь ходил 11-й автобус. Барашки спят. Вот мы проехали через переезд. Прямо это что? Прямо это какая-то подстанция. Электроподстанция. Это Дальняя Карасу, да, уже? Да, это уже начало. Да. Вот уже мы въезжаем в Дальнюю Карасу. Здесь вот. Ну, вот мы сейчас въезжаем. Плохо то, что солнце нам прям на объектив. Наверное, плохо будет видно. Надо было с той стороны, наверное, снимать. Оттуда, обратно. Я думаю, все равно понятно здесь. Здесь все застроили. Раньше здесь было справа, было чисто оттуда. Справа? Да, по самой железной дороге. Вроде бы дома, вроде бы дома не так уж и молодые. И были болота еще. Речка Карасу. Вот. Магазин тут был? Магазин нет. Здесь чистая. Вот, начиналось там. Прошлый, следующий, следующий. По-моему, за следующий. Это что вот это было? Детский сад? Детский сад. Вот сейчас он. А может и было, было не такое. Видать, похоже, что было старое это здание. Оно здесь старее через забор. В общем, ты знаешь, куда ехать, да? Я вообще тут Дальней Карасу вообще ничего не... Ну, сейчас мы круг дадим. Да, тут все съемки сделаем. По бывшему 11 маршруту. А, вот съездим, ага. Да. Как здесь автобус ехал. 11 маршрут есть. Здесь мои одноклассницы жили.
Славская, Наташа, потом Карпухина, Лена. Кстати, где-то глубоко в сердце она мне нравилась. Она никого к себе не пускала. Вот кирпичи вот такие вот строил. Слушай, делалось. И когда я в нее присматривался, она неплохо выглядела. Вообще она была красавица. Ну, ясное дело. В жизни каждого девочки, каждого парня есть в истории объект. И это... Он всегда самый лучший. Константина, самый Ольга, красивый. Это тоже... Это... Хотя они все самые красивые, но... Да. А кто-то, кто влюбился, то для того, тот вообще самый красивый. Это уже, значит, район. Ближе... Это все дальние города. Это дальние города. А дальше, вот если мы железную дорогу вот видим, это да, да. Второй транзитный парк. Железнодорожная развязка. Надо с тобой карту посмотреть. Просили конкретно дом какой-то сфотографировать. Это какая вот? Надо посмотреть. Здесь такие были. Каменогорская, Павлодарская. Такие вот, типа улицы. Вот этих домов не было. Мы сейчас едем, делаем круг. Здесь такие 11 маршрутов. Мы сейчас по 11 маршруту едем, да? Да. Он делал здесь круг и уезжал той дорогой опять через переезд. А туда дальше что, продолжается? Это сейчас продолжается. Раньше тогда не было. Раньше тогда не было. Да, не было. Там дальше было поле. Тогда нам туда смысла нет ехать, потому что... Оттуда, наверное, не, может быть, никто... кто-то и уехал оттуда. Ага. Я при мне, я лично не знаю, что там было. Вот по 11 маршруту там заезжаем. Вот мимо опять этой школы мы заезжаем. Это что за школа? Это школа была, да. А. Вот. Почему-то вот Лена Карпухина, Наташа Аславская и Ольга Константинова, они не учились в этой школе. Вот именно они учились в 11-й школе. Хотя рядом жили здесь, да? Хотя рядом здесь жили. Ну, ходили в 11-ю школу. И причем ходили пешком. Через поле они... Ну, она как родители сказали, так они учили. Да. В этой школе... О, красавица! Мало кто учился. Красавица на мотоциклете. Как я? Байкер. Мотокрасавец. Здесь вот поснимаем эту школу. Тут учился же, да? Ну да. Немножко остановил, я выйду. Просто несколько снимков сделаю. Раньше, видишь, хорошая была дорога, а сейчас... Раньше люди были хорошие, а сейчас съемки. Туда мало кто поймет. И живут вообще-то здесь русские. Ну, может, живут прямо. И вообще-то видели, да, русские? Это все дальний Карасу мы находимся. Едем по 11 маршруту. Сейчас выворачиваем. Интересно, да? Сейчас тут на автобус, наверное, не ездит. Не, ну по таким закоулкам бы навряд. Вот там он едет. Тут какая-то вот будочка. Вот. Ну вот мы так сколько могли, поехали. Не всю дальнюю Карасу, но хотя бы кусочки мы сняли. Теперь ты своему другу едешь, да? Да. Сейчас объезд Мингачев. Вот мы едем на тоже по 11 маршруту. Сейчас возвращаемся, да? Да? Да, сейчас обратно. Все равно. Возвращаться с другой стороны, это уже вид другой. Вот, это все-таки садик вот этот. Садик, видно. Тоже на солнце, видать.
жарко здесь. Что, здесь тоже жить можно. Если транспорт есть, можно здесь купить дом и жить. Да. Здесь. Транспорт сломался, ты отъедешь. Автобус есть. Если транспорт сломался, автобус. Он есть и база. Вот остановка тут. Гаражи, даже магазин. Тетюшка. Тетюшка, это карасу. А, это карасу начинается. Тетюшка у нас начинается там, где у Нирпас. Там. Дорогие земляки, кто на Дальнем Карасу жил, вы краешком хотя бы немножко, но побыли. Просто по всем улицам невозможно проехать. И если бы я бы сам поехал, я бы вообще тут ничего. Только хорошо, что Вадим знает этот район. Давал консультации, как и что, и куда. Комментарии также. Стоп. Вторая линия. Здесь нам прямо, да? Вот мы за линию уже добрались. Что за улица, тоже не могу сказать. Сейчас к другу едем, да? Ну да, Альберту. Альберта, а может, кстати, тебе на Мусорскую вот, надо, да? Нет, не на Мусорскую. Вот мы на этой улице и находимся. Где он живет? Да, где он жил. Где он жил, да. Здесь с трудом продается дом, продается дом. И люди тоже здесь. Колонки, танки на улице. Мы сейчас к цыганскому магазину едем, да? Нет. А нет? Сейчас к ветерку. Ветерок или как? Был ветерок, да, раньше? Да. Ну, вот это он. Хорошо. Вот это? Вот, да, он так и называется, оказывается. Ветерок. Ветерок. Вот мы сворачиваем. Здесь жил Мингачев Альберт. Только я вот точно забыл, какой дом. По-моему, вот второй дом, вот железные ворота. Железный второй дом. По-моему, вот этот его дом. Вот. Вот. С этой стороны стой? Вот он. Вот этот его, и вот тот дом сразу рушит. Тут теперь ничего нету его дома, тут все перестроено. А тут как бы тубичок, да? А там, да. А там выход может, есть? Может улица там какая-то. Тогда остановить. А тут тупишь или надо развернуться? Может, там дальше и поедем уже по-другому. А, да, тут надо развернуться. Тут тупик. Разворот тут, да? Кольцевое. Что, в беде? Альберта Мингачева. Я очень помню, хорошо. Вот, я тогда сфотографирую. Тут ничего не видно, если его дом-то, да, его переделали. Показать. Его переделали. Ну, не настолько, по-моему, он такой же, как и был. Вот, поехали. Там
забором, просто длинный забор большой. Вот это ветерок, да? Мне там кто-то что-то спросили, говорит, ветерок сними. А я подумал, что это этот. Вот он, ветерок. Ну прямо, да, едет? Направо. Давайте мы сейчас. Где мы с тобой не ездили, давай проедем. Ты помнишь, где мы подъехали? Вот сюда я ходил со школы, вернее, в школу, со школы от бабушки, где я вывернул автобус, а я ходил прямо. Как раз дорога шла до 11 школ. Прямо до 11 школ? Да. Где мы сейчас там? Да. Там... Вот по этой улице я ходил в 11 школ. Там блок, да? Ну, в прошлый раз мы здесь ездили? Нет. Дымит что-то, да? Вы захороните, а? Нет. На проводке? Да, что-то. Берет. Вот, есть туши? Вот здесь были танцы раньше. Во какой танк. Дискотека? Да. Дискотека, танцы, жила музыка. Да. Кончился дым? Угу. Что-то замкнуло, да? Или контакт? Нагрелось. У тебя включено, да? Это сейчас что такое мы едем? Нижинская? Нет. То есть этот... Нет, это Арычная улица. Или какой вот школьный магазин, вот к нему подъезжаем. И вот это вот здание, это школа уже была. Ну сейчас она и есть. 11-е? Да, 11-е. Где мы были? Да, да. Где она находится? Вот она. Впереди, только мы с другой стороны, да? Да, мы с другой стороны. На стороне пожарной охраны. Вот школа сзади. Магазин, он так и ездит. Как можно было своровать? Они же все были спрятаны. Правильно, чтобы фильм стоял. Мы проходили, другой один покупал что-то там, а другие сзади орудовали. Вот в этой школе мы были. Улица Тютюнников. Она мне нравилась. Продолжаем. Мы с ней сидели, по-моему, года 3-4 за одной партой. Ира Руденко. Ну, сейчас она вышла замуж. Ясно это? Это вот твой магазин «Волна». Да, вот. Это «Волна» магазин. Здесь развернемся, да? Не идти чем. А? Дальше. А там есть дорога? Да. Не тупик? Нет. Это локомотивный депо. По рабочей не будем ехать, да? Сейчас мы сворачиваем. Ирина Руденко. Живет, может быть, а может жила. Ну, сейчас мы увидим, у нее папа на грейдере работает. И
почему вот это за УКО, как он называется? Сейчас, он уже назывался Патрисова улица. Даже улица или переулок? Это улица. Патрис. Мы здесь не ездили? Нет. Здесь заполучили. Это вдоль депо идет улица. Так, вот еще одно захолустье тут. Ох, закоулок. Так, не перепутать бы, кто идет, да. Так я уже не знаю. Вот по Крысовому Мумбу 2А. Это да, есть он под... так и называется. Ага. По Крысовому Мумбу, да. Я не думал, что она такая разбитая. Какой номер у нее? А я не знаю. Патриса Лумуба 4. Ага. Примерно где же его? Прям за забор или забор? Ну, где-то вот где, где 4. А может вот здесь какая-нибудь. Вот два ворота, вот она здесь вот. Или живет это сейчас. Постучись, выйди. Ну, не, не надо. Ну, не важно. Я проезжал мимо. Я... В интернете увидит, скажет. Ну, если она есть. Вадим проезжал. Вот так вот, друзья, видите, как мы вспоминаем на ходу. Ну, если вот этот фильм будет у меня. Будет, конечно. На странице. Я же его размещу. Весь наш разговор тоже все будет записано. Если это все пойдет, я попробую, попытаюсь ей переслать его этот фильм. И пусть она посмотрит, что я мимо проезжал. Да, вспомнил детство озорное. Да. Ну, по-моему, да, сейчас. Это все Патриса Лумумба. Мне кто-то просил Патриса Лумумбу снять. Вот повезло кому-то. Теперь вы можете посмотреть эту улицу. Вот только не помню номера, как вы просили меня. Ну вот я на эту сторону перевел камеру. А здесь, с одной стороны. Может быть, свой дом и вы увидите. С одной стороны дома. Тут все равно дома все равно все поменяются. Вот она подписывала мне. Я с левой стороны забор не снимаю, я снимаю правую сторону. На улице подписывала мне. Раньше здесь жили одни русские люди. Когда там что-то не было. Ну вот такая всего Патриса Лумумба, и заканчивается, и начинается, да? Тоже забытая, не заасфальтирована. Ну хотя бы грейдером проровняли бы, да сюда проверили. Ну хоть временно, хоть почувствовать себя человеком. Заснипать, вот он. А засыпешь, все равно оно так же. Дождик пройдет. Ну вот, в общем, это, Патриса Лумумба заканчивается здесь, друзья. Я давно хотел Патриса Лумумбу посетить. Ну вот посетил. А теперь куда вот мы сейчас, не знаю. Что это за улица? Депоская, по-моему. Вот это Депоская. Или техническая. А, это. Так, Апаев. Это техническое, да. Где-то остановитесь. Это не рабочая вот эта улица? А? Это Депоская. Вот это? Это Депоская? Где рабочая? Рабочая дача. Вот это и есть. Это какая улица? Не рабочая? Остановишься, где рабочие там
углы сниму, углы. Там один из углов чей-то дом просили снять. А может быть, мы уже и проехали. Наверное, мне кажется, мы проехали. Нет. Проехали. Нет, нет, нет. А, это нет, уже, это Абай. Это уже Абай. Ну ладно, не получилось. А, вот теперь мы сейчас налево завернем и на Декабристов заедем. Вот маникюр. Иди. На Декабристов, там три дома сразу. Майс технический вот этот, и верстах здесь. Вот там магазин, он тоже здесь за ними работает. Остановка здесь. Вот Декабристов. Вторая, он сказал, вторая слева, оттуда, когда ехать, вторая налево. Вот смотри, вторая налево. Тут даже первой нет налево. Налево есть? Нет. Ой, нет, вторая оттуда налево. Вторая. Когда оттуда едешь, это вот училище, где сын мой учится. Нету здесь, да? Вот еще. Наверное, позади осталось. Вот мы подъехали к пересечению Абая. Как-то назывался тут. Вот сейчас Декабристов здесь направо где-то будет. Она соединяется оттуда, здесь и тут. Дальше едем, блин. Там три дома снимем и все, и домой пойдем. Это? Вот тут вот. По-моему, сейчас спросим. Это не Декабристов? Да, не местный, что ли? А улица Пархоменко. Нет, нет, тогда назад надо. А может там где-нибудь соединимся, да. Ну, Декабристов, она тут рядом, да. Держал, я камеру держу, здесь по карте можно найти. Пархоменко, отношение к Пархоменко. Пархоменко, это, наверное, маршал. Помнишь, был такой военный? Пархоменко, да. Великая Честная война, да? Ну. Ну, тоже какое-то, тоже сражение. Сейчас, да? Там, пожалуйста. Пархоменко. Я заодно сразу же ищу. Вот Декабристов, значит, Самарканск. Вот, смотри, Пархоменко, вот где-то... Мы сейчас вот так едем. Мы сейчас вот так едем. Вот Пархоменко. Смотри, видишь, вот Пархоменко? Вот он. Вот Декабристов. Вот Пархоменко, вот Декабристов. Мы сейчас вот так едем. Въехали сюда. О, они соединяются. А? Надо сейчас сюда выехать, назад вернуться. Ну, вернемся вот так. Да. А какую мы сейчас заедем? Мы сейчас налево завернем. Где Пархоменко, налево завернем.
потом чуть-чуть назад. Вот я помню, вот я один раз тут хотел этот. Я работал в Казгипрозе. У меня была светская специальность. Техник-картограф. Потом в отделе оформления работал. А вот налево, да, как раз. Заворачиваю. Потом чуть-чуть назад. Паркун. Потом налево сейчас заворачиваю. Он сейчас спросит. Где декабрист? А где декабристов? А? Декабристов. Декабристов? Вот сейчас дальше направо повернете, спасибо, такой же переулок. И вот влево, вправо туда. Спасибо. Ну, точно по карте, как мы едем. Вот такие вот, дорогие земляки, есть захолустье еще у нас. Еще, вот только такие. Это там, где мы были, это просто малая доля. Малая доля. А в основном... Есть еще, только такие. Мне и у меня этот, Вадим поправляет. Мы в привычную среду въехали. Там, где мы были, это все было это. Замазывать. Сейчас направо. А, здесь направо. Это только было вот. Мы сейчас едем, хотим на декабристов попасть. И вот посмотрите, какие тут закоулки. Тут вот, вон, видите, да? Гетто. Как люди живут. Это чуть ли не гетто. Почему-то есть гетто. Забором огорожено. Немножко завуалировано. Вот это, наверное, декабристы. Ну, теперь нам надо эти, значит, дома 24, 26, 29. Ищем. Да, встречный транспорт. 24, 26, 29. Налево. Угу. Вот, начинается декабрь. Смотрим номера. Смотрим номера. И номеров нет. Все замаскировались. Это улица Декабристов. Должна, по идее. И вот у нас номера 24, 26 и 29 надо. Ну, как видим, мы ни одного номера не видим. Вот 11 есть. Значит, дальше есть. Едем дальше. 10А. 24, 26, 29. Нет. Вот тут видите, как нет, живут. На велосипедах катаются. С другой стороны. Спасибо. Не подскажете, 24, 24 дом. Декабристы. Декабристы. 24, это вон там. Вот где вы выехали сейчас, только налево сворачивает. Ага. Это Декабристов улица? А? Декабристов? Это не Декабристово. Декабристово следующая, вон та улица. А, мы проехали? Да. Вы где сейчас сворачивали, только прямо надо было ехать. А там есть проезд? Там есть проезд, да. Ну вот. Оказывается, на увеличение идут в ту сторону. Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Здесь тарантушки есть. Не знал, да еще и забыл, такая есть поговорка. Она похожа на нас. Обратно разворачивайся. Ну вот ты, друг, меня попросил декабристов посмотреть, а вот видишь,
получилось, что мы с самого начала не только а там прямо есть проезд? Проезд? Так, вот прямо. А? Так. Налево. Там не этот, не... Не тупик. Не тупик. Мне кажется, там тупик какой-то, что там надо машины не пройти. Как они там вообще живут? Ну, вообще, откуда они здесь взяли? Есть. А, вот туда. И что там, и где? Ничего же нет. А направо еще заворачивается? Да. Ну ты же разве узнаешь здесь? Ну как ты, она так не показывает? А, точно, ну. Ну надо же, похоже. Вот теперь смотрим 24. Нет, ну обозначить. 26 идет. Декабрист, а декабрист? А, спроси сейчас его. Спроси. Брат, подскажи, это декабрист входит? Ага, благодарим. Номер смотрим. Точно декабрист? Ну, 33. Да? Даже надпись. Вот 33. 33, значит, мы уже проехали, что ли? Она какой? 29 надо. Нет, может, давай на назад. Там, нет, на убывание сейчас. А, на убывание? Нет. Сейчас посмотрим. Там же 10 было. Позади 10 было. 11 было позади. Сейчас. Надо нет. Еще вон, да, 34, значит, да, назад. Давай я пешком сойду, пойду, 29-ю найду. А потом уже 24-й, 26-й там. Снимем и все. Как ты резво можешь в запад ездить? А? 33, потом следующий 31, а потом 29. 30, вот это 31, 29, вот это, да? Вот это 29. Номеров нет. Вот 31, видишь? А вот 29. 29, вот. Все, сейчас я выйду.